Всем привет, дорогие друзья! Я рад сердечно приветствовать своих дорогих подписчиков, а также всех тех, кто впервые сегодня заглянул на мой канал. Если вы еще не подписаны на этот канал, то приглашаю вас сделать это прямо сейчас. Вы об этом не пожалеете. Также вы можете присоединиться к моему телеграм-каналу, вступить в группу ВКонтакте и подписаться на Boosty, где я выкладываю музыкальные композиции собственного сочинения. Ссылки на все эти ресурсы в описании к видео. Сегодня снова будет невеселая тема. Очень часто мы видим в новостях, как в каком-то городе или поселке очередной мигрант или некий местный бандит избивает русского парня из-за длины волос. В Электростале, вот в прошлом году, кажется, с одного панка мигранты даже вообще скальп сняли. Я надеюсь, ублюдков этих на зоне потом жестко отпетушили. И вот на днях еще один такой случай произошел в Новочеркасске. Там то ли мигрант, то ли некий местный абубандит, в общем, человек не славянской внешности, избил продавца в торговом центре прямо на его рабочем месте. И сделал он это почему? Он докопался вот к его длинным волосам. Давайте посмотрим сейчас небольшой фрагмент этого инцидента. Говорят, что YouTube банит видео, в которых показаны настоящие драки, поэтому я не рискну выкладывать эту видеозапись полностью. Целиком вы при желании можете посмотреть ее в телеграм-канале Многонационал. Это не мой канал, это просто большой канал, в котором аккумулируется информация по преступлениям мигрантов и абубандитов. Есть два момента, в связи с которыми я записываю это видео. Первое. Хотелось бы сказать, вот обращаясь к тем не в меру горячим представителям народов Северного Кавказа и Средней Азии, которые исполняют вот подобные вещи. Ребят, вы не правы. Когда вы такое вот исполняете, вы не правы. Длинные волосы у мужчины не являются признаком чего-то плохого, и уж точно там они ничего не говорят о его ориентации, потому что вы всегда ведь этим оправдываете такие нападения, мол, типа, пидора избили, так ему и надо. Нет, ребят, он не пидор. Все они не пидоры. И более того, если вы заглянете в историю, то увидите, что у большинства народов длинные волосы у мужчин были обязательным атрибутом воинов и считались символом мужской доблести и чести. Ну а если кто-то из вас мусульманин, то я напомню вам один исторический факт о том, что длинные волосы были в том числе у самого пророка Мухаммеда. Вот и каким же образом это соотносится с тем, как вы кого-то избиваете за то, что у него длинные волосы? Вот просто задумайтесь. И второй момент. У пострадавшего снова, в который уже раз, не было при себе ни перцового баллончика, ни электрошокера. А ведь их наличие могло бы ему помочь избежать нападения и полученных травм. Он, конечно, молодец, он начал наносить ответные удары, но в этом не было никакого смысла, просто потому что нападавший был в два раза больше и чисто на физике его перебил. Что всегда и происходит в большинстве подобных случаев. Если ты не боец, если ты не качок, носи с собой средства самообороны. На этом на сегодня все.